по-моему, рекорд даже установлен за последний период. В офсайде, в паузе, конечно же, наши английские коллеги нам обязательно покажут этот легендарного знаменитого Майкла Оуэна. Наоборот, не убедимся в правильности решения судейской бригады. Более качественный футбол. И вот сейчас Ливерпуль пытается. Соперника Эрик Питерс. Он, если смотреть игровое время, количество... И пытаются своей активностью подавить Ливерпуль. И много атак проходит через Мана, демонстрирует, но чуть выше надо было выбирать траекторию для полета мяча. Не удалось, поиграл. Уж очень убедительно и надежно. Пропустил от россиян три мяча. Великолепно читая ситуацию, страхует своих защитников опорный полузащитник Сток-Сити Джо Аллен. Своим пасом оборону соперника Джо Аллен старался вывести, как я понимаю, Уолтерс. Джефф Кэмерон выходит из-под прессинга, но не успевает вовремя. Спокойно действует в центре Эмре Джан, головой скинул мяч назад на Дэйна Ловрена. Рука сборной Хорватии, но здесь все под контролем у Лика. Отправивший мяч намного выше голов своих партнеров с флага. Милнер удачно сыграл в центре поля. Но затем было повреждение уже у Вотберна. Сейчас он в игре для Ливерпуля. Да, три поражения подряд, я уже напомнил. Мне очень понравилось, как этот коллеги пошутили на этот счет. Мяч под трибунное помещение. Атмосфера царит на стадионе Британия. Этот стадион вмещает 28. Реакцию продемонстрировал. И спас свою команду. Счет никак не устраивает Ливерпуль. Команда Клоппа проигрывает 0-1, но пытается. Ну а Сток будет дома принимать Халл Сити. Команду, которая борется за выживание. На штрафной. На угловой бил вышедший вместе с Крутиню на тайм второй Роберто Фирмино. В первом тайме. Отхватывает мяч на высокой скорости. Идет вперед Эмре Джан. Большая пауза в игре. Эко попадает в ногу защитника, бразилец. Джан. По штрафную. Опасно. И надо забивать. Есть гол Ливерпуля. Конечно же, надо было забивать. Коутиньо подкараулил отскок. У него было время принять решение. Сток идет вперед. Адам. Чарли Адам. Уже попытку другим флангом атаковать. Здорово сыграл Эмре Джан. Он идет вперед. И психологическое преимущество сейчас на стороне Ливерпуля. Эта команда сумела забить два гола. Быстро. Паталь спас в ситуации, когда чуть деваться было некуда. Сабхи, 32-й номер. Говорят обычно, что это проблема российского футбола. Но вот там еще сразу несколько игроков в бело-красно-полосатой форме. Ой-ой-ой. Отличный контроль мяча. Все в касание. Здорово. Джан бьет по вороту. Просвистел буквально над перекладиной. Ну, огляделся по сторонам 23-й номер Ливерпуля. Ливерпуль имеет возможность одержать очередную победу над... Счастливо! До новых встреч!